Здравствуйте, я Сергей Серебряков, это проект «Тренинг». У нас пошла следующая неделя, новый микроцикл «Статодинамика». Развиваем окислительные мышечные волокна. В простонародье это всего лишь памп. В этом микроцикле мы тренируем также все группы мышц. Обязательно разминка, обязательно растяжечка перед основной тренировкой. Прессик. Ну и все те упражнения, которые мы делали, вы уже видели и знаете, как их делать. Наверное, уже кто-то и пробовал. Еще о чем бы я хотел сказать, это три вещи, о которых все знают, но никто не соблюдает их. Либо пренебрегают и недооценивают важность вот этих вещей. Ну и первое, о чем, ну, тренировки. На тренировках мы должны сделать то, вернее так, чтобы у нас начались те процессы, которые нам нужны для гипертрофии мышечной массы. Второе – это сон. Спать нужно не менее 8 часов. Ложиться нужно до 12 часов. Если мы этого не будем соблюдать, то можете забыть о своих красивых фигурах, больших мышечных объемах. Вот. Третье – это питание. Кушать нужно полноценно, чтобы у нас был строительный материал, чтобы у нас была энергия и чтобы наш организм функционировал хорошо. Если чего-то не будет, там не будет хватать белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов, то можете также забыть про свое красивое подтянутое тело. Ну а следующая неделя у нас будет силовая и будет у нас антропометрический замерчик. И посмотрим, что произошло за месяц с нашей Викой. Кушала она, спала она, это все покажет. И как это все было.